Нам всегда было свойственно преодолевать невозможное. Мы вспоминаем эти моменты. Первый в истории сверхзвуковой полет. Моменты, когда мы осмеливаемся стремиться к невыполнимому, сокрушать барьеры, дотягиваться до звезд, объяснить необъяснимое. Гигантский скачок для человечества. Мы гордимся этими достижениями. Потрясло воображение целого поколения. Но мы все растеряли. Заходит в дом последний раз. Может, мы просто забыли, что значит быть первооткрывателями? Что мы лишь в начале пути? Что наши величайшие свершения еще впереди? Что наша судьба стремится ввысь?